Оренбургские предприниматели переживают вторую волну пандемии коронавируса. Помочь им преодолеть ее призваны региональные меры поддержки. В числе основных – специальный налоговый режим и микрофинансирование. В профильном министерстве говорят, что несмотря на остановку деятельности 6 тысяч предпринимателей, налоговые отчисления малого и среднего бизнеса по сравнению с прошлым годом увеличились. Сегодня предприниматели, обратившись в гарантийный фонд Оренбургской области или фонд поддержки предпринимательства Оренбургской области, может получить займ на пополнение оборотных средств под 3,5% и на инвестиционные цели под 1,5%. Позиция малого и среднего бизнеса полностью противоположная. Одна часть предпринимателей господдержку называет полумерой. По их словам, она не способна спасти компанию от краха в кризисное время. Вторая часть заверяет, что и вовсе помощи не получили. Ни под одну преференцию мы не попали. Понятно, что когда там дают какой-то льготный кредит с какими-то требованиями, это может быть и хорошо, но его же все равно надо либо соблюсти, либо отдать. А мы не понимаем вообще в дальнейшем, данная сфера может существовать через полгода, через год в таком же виде, как она была в докоронавирусный период. В профильном министерстве подтверждают, мерами поддержки воспользовались далеко не все желающие. Причина – юридические тонкости. Рассчитывать на помощь государства можно, если основной АКВЭД – это классификатор видов экономической деятельности – входит в перечень пострадавших отраслей. А у немалой части оренбургских предпринимателей непосредственная деятельность не совпадает с регистрационной документацией. Вячеслав Кампа, Константин Воробьев. Новости дня.